Я просто отдыхаю. Ну-ка, дай лапы. Тяни! Пятачок! Ага! Ой-ой-ой, больно! Все ясно. Он застрял. Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет. Все потому, что кто-то слишком много ест. Что же теперь делать? Что делать? Ничего. Ждать, когда он снова похудеет. И долго ждать? Неделю. Сколько? Неделю, не меньше. Ой, а я, кажется, похудел.